Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенка. Глядіть у гэтым випуску. Захаваць здароўе дзяцей. У школах і дзіцячых садах узмоцненыя меры профілактыкі респіраторных інфекцій. Дапамога побач. Сёстры міласэрнасці Чырвонага крыжа клапоцяцца аб адзінокіх і нядужых пенсіянерах. Тыдзень лесу распачнецца ўжо ў суботу. У акцыі могуць прыняць удзел усе жадаючыя. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел сегодня в Жлобине прямую телефонную линию и особистый прием громадян. А про того, с уделом мясцового керавництва и специалистов-медиков обмеркованная эпидемичная ситуация в районе. Первая тема, якую огучивает в Жлобине помощник президента – оказание допомоги одиноким и одиноко проживающим жихарам района. Зараз у райвыканкаме створена специальная комиссия, якая до конца тыдня повинна высветлить потребы амаль 1000 человек, якія относятся до этой группы. Для доставки им продуктов харчавання, леков и предметов первой необходимости плануется притягивать волонтеров из лику членов громадских организаций. В целом у центральной районной больницы эпидемичная ситуация оценивается как контролируемая. Под наглядом находятся около 20 человек, которые вернулись из несприяльных регионов. Под узмоцненный контроль взята ситуация у местах массового знаходжения людей. Во установах адукации, на вокзалах, буйных гандлевых кропках, предприемствах, громадском транспорте. Еще одна тема, на которую звернул увагу Юрий Шулейко, у Жлобине необходимо больше уваги уделить наведению парадку, особенно на дворовых территориях. Об необходимости активизации работ по добраўпарадкаванні казали так само люди, которые телефоновали на прямую линию, те пришли на особистый прием. Серед агучанага так само просьба об снижении оплаты коммунальных послуг, содзейнічанні у працаўладкаванні, оптимизация гандлёвай сетки. Была доложена ситуация сегодня по здравоохранению. Она сегодня на устах наших жителей. Я считаю, что все вопросы стандартная абсолютно, и ситуация в районе полностью контролируема. Докладно невядома. Жанчына Житковича, у якой выявили коронавирусную инфекцию, зараз проходит додатковое доследование. Их выник повинен канчаткова подтвердить, те обвергнуть выпадок захворвання. Нагадаем, жанчына звернулася у Житковицкую центральную районную больницу за допомогой с симптомами пневмонии. Зараз при таким захворванні обовязково робится тест на коронавирус, які показал становчий вынік. Гэта отбылося у суботу 21 сакавіка. Жанчына была накірована у Гомель, где зараз проходит курс лечения от двухбакового запаления легких. Находится в организации здравоохранения города Гомеля. Состояние ее стабильно. Вся медицинская помощь необходима ей оказана. В какой-то дополнительной помощи республиканских или других специалистов она не нуждается. Все лечение согласовано на республиканском уровне. Состояние у нее стабильно. Все особы, которые были в контакте с захворевшей, а их 36, изолированы. У выпадку кончаткового подтверждения наявности коронавируса у жанчыны за контактными протягнутся назирание сбоку медперсоналу на протягу наступных 14 дзён. Установы адукации Гомельской области узмацнили санитарно-эпидемиологичный контроль и протягивают працевать у штатном режиме. Об этом поведомил журналистам начальник Головного управления адукации облвыканкама Руслан Смирнов. С метой профилактики вирусных инфекций классы и групповые помешкания в школах и детячих садах частей проветривают. Повеличена колькость вельготных уборок. Додатково закупляют сродки дезинфекции. На уваходах установ адукации размещены дозаторы с антисептиками. Отменены все спортивно-массовые и культурные мероприемства. Подчас каникулов, которые распачнутся в наступный понеделок, школы будут працевать по намеченным плане. Учебный блок остается в силе, и каникулярное время на следующей неделе наступает, и мы входим в каникулы с таким же графиком работы. Будет предложено родителям, всех, кто захочет посещать лагеря дневного пребывания, естественно, они смогут это сделать. Кто не хочет, пожалуйста, по заявлению, дети будут оставаться дома. До речи, правом на свободное наведывание установ адукации корыстаются в залежности от региона до 30% детей. Самый высокий показчик у Гомеля. Боротьба с коронавирусом протягивает объединять громадство, как сберегчи насельництва от этой хворобы. Федерация профсоюзов Беларуси закликает свои структурные одинки по всей краине
узмацнить контроль за выполнением гигиеничных норм. Важным аспектом профилактичной кампании является обеспечение всем необходимым пенсионеров, тех, кто больше за всех рискует заразиться. Об тем, как разные профсоюзные организации уносят свой уклад в оборону гомельчан от вируса, доведалась наша здымочная бригада. Филиал гомельской электричной сетки по улице Барыкина в областном центре наличивая около 400 сотрудников. Керавництво предприемства и его профсоюзная организация приняли терминовые меры, каб усе имели доступ до сродков профилактики и спокойно выполняли свои обовязки. Дозаторы с антисептиком, специальные диванки для ног, информационные стенды завсёды у распоряджении коллектива. Ведомо, что филиал гомельской электричной сетки мае множество районных подразделений. Яны так само забеспечены необходимым. Здесь работают около 400 человек, но остальные все по РЭСам. И у нас еще есть служба линий. Там тоже все. Есть участки Зябровский, Светиловский. Все там тоже уже стоит. Есть запас, который позволяет нам пока не беспокоиться об этом. Наша здымочная бригада зазернула и в Гомельскую городскую клиничную больницу номер 1. Докторы и многие пациенты тут носят маски. На емистости с антисептиком висят навод каля увахода у будинок. Дякуючи правкаму керавництву установы, наведвальники и супрацовники больницы мают махчимость выконывать потребные меры безопасности. Материальную подтримку оказало и Гомельское областное объединение профсоюзов. Профсоюзный комитет нашей организации решил на совместном заседании с администрацией выделить еще дополнительные средства, но уже на закупку средств индивидуальной защиты для наших сотрудников. Мы обратились с этой инициативой, с ходатайством в областную организацию. Нас поддержали и тоже поддержали материально. Профсоюзные организации на всех уровнях осуществляют свою миссию. Студентские правкамы не выключение. Наученцы Гомельского державного медицинского колледжа активно наведывают пенсионеров и ветеранов труда, которые неколи працавали у этой установе. Сегодня яны, опранутые в медицинские халаты и маски, стали гостями Светланы Бабковой. Каля 40 годов она занимала разные посады у стенах колледжа, завершила свой працовный шлях наместником директора по учебной работе. Конечно, важно общение, важно о том, что не забывают, важно о том, что помнят. И приятно, я довольно часто попадаю в лечебное учреждение, у меня часто срывается ритм. И студенты, даже те, которые заканчивали 30 лет, они меня признают. Молодь не только принесла Светлане Бабковой гостинцы, але и нагадала женщине о правилах профилактики, так потребные у гэты непростый час. Сегодняшние умовы обязываются робить гэта с подвоенной силой. В связи со сложившейся обстановкой мы чаще их посещаем, потому что, ну, чтобы они поменьше выходили из дома, потому что это, ну, небезопасно. Я знаю, что у них, конечно, есть и сыновья, дети, много родственников, но помощь окружающих, внимание их, я думаю, оно очень ценно. Совместными намаганиями жыхары нашей области робят ее больше безопасной и здоровой. Уклад профсоюзных организаций Гомеля у эту справу нельга недооценить. Акрамя забеспечения людей сродками профилактики, яны информуют их о правилах поводина подчас пандемии и закликают усих заховывать спокой. Марина Джалая, Миколай Скинтиян, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Рекомендацию заставаться дома яны выконваюць справно. И не только тому, что гэта снизит рызыку захварэць. Гэтыя люди из-за своего узросту и физичного стану просто не могут выйти на улицу. Нават калі вельми треба. Размова идзе об дзядулях и бабулях, подопечных Червонага Крыжа. Да одинокой пенсионерки Валентины Судникович разом с сестрой милосердности завітала и наша здымочная бригада. Сюжет Марины Джалай. Да. Здравствуй, Леночка. Ой, дела. Ну, лучше нет и хуже нет. Ну, так, в общем. Валентине Суднюкович недавно исполнилось 80. Половину своего життя працавала. Причем целых 30 годов крановщицей на заводе имя Кирова. А зараз засталася одна. И вся надея на добрую суседку и сестру милосердности, якую женщина пяшотно называя «моя Леночка». Я бы... Ну как я вот, если я, ноги меня не держат, не могу стоять так.
Я бы никак не справилась. Валентина Суднюкович сярод подопечных областной организации «Червоного крыжа» 2 года. Некольки году тому зламала шийку бедра. Операцию за кардиостимулятора робить было нельга. Так вось и пакутуя. Акрамя Валентины, у Алены Крупко еще 7 подопечных. Навешать их необходимо бодай что день. Сходить у краму, аптеку, поликлинику, коли треба. И потом усе принести пенсионерам. Яны, як родных, клопоту яких позбавленные по разных причинах, чакают сестру милосердности. Сейчас прибавим. Работы посещаем, иногда требует посещения 2 раза в день, то есть и продуктов надо кому-то уже больше принести, те, кто мог выйти сам, они выйти уже не могут, это естественно. Посещение поликлиник опять-таки увеличилось, потому что люди пожилые, больные, кто-то где-то заболел, простыл, все переживают, боятся вируса. Усяго региональная организация «Червоного крыжа» клопотится об 150 таких одиноких и недужих бабулях и дядулях. Але зараз, уличивающие особливые обставины, готовая додатково допомагать и иншим, коли будет такая потреба. Лишних людей у организации нема, зато есть без конца ожидания быть корыстными. Готовы оказывать помощь не только нашим подопечным, но и дополнительным гражданам пожилого возраста в случае, если государственная структура опять-таки обратятся и скажет о том, что им нужна помощь. Наши волонтеры готовы. Но здесь, конечно, мы тоже обращаем внимание на то, что наши волонтеры и безопасность, и волонтеры, и сотрудника, и того человека, которого мы посещаем, должна стоять на первом месте. Поэтому мы, конечно же, проводим со всеми целевые инструктажи о том, как необходимо себя безопасно вести, защищать и себя, и подопечного от вируса, который сегодня есть. Парады ж застаются ранейшими. По махчимости не наведывать место массового знаходжения людей, обмежевать сустречи, больше часу находиться дома, мыть руки и при первых симптомах захворывания выкликать врача на дом. И главное ведать, что допомога побач. Я вам тут продукты принесла. Марина Джала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Симфосакс. У колледжи мастацтва у имя Соколовского прошел концерт Гомельского симфонического оркестра под керавництвом дирижеров Мурада Асуила и Владимира Милютина. Солистом программы выступил Виталий Ямутеев, який грає на усіх разновидностях саксофона. Артист на протягу довгих годов уваходил у склад лепшего айчинного джазового коллектива «Apple T» и является автором оригинальных творов и аранжировок сусветных джазовых композиций. Программа «Симфосакс» – это сполучение разностайных стилевых напрямков от классичной до популярной джазовой музыки. Этот проект мы собирались сделать очень давно, очень-очень давно. Мы хотели показать. Еще я, когда работал в городе Минске, и мне довелось вот участвовать в концерте с таким замечательным музыкантом, как Виталий Ямутеев. Замечательный саксофонист, прекрасный человек и супермузыкант, супермультиинструменталист. Это симфоджаз, это видение джаза, джазовых стандартов, нетрадиционным способом. Стиль симфоджаз – это когда классики играют, классический симфонический оркестр, и вдруг это джаз, это по-богатому, это красиво, ценно во всем мире. У нас это пока не очень, может быть, не то что развито, но мало используемо. Ну вот я сторонник этого стиля уже давно, много лет. Малюнки, алоўкам, ручкой и акварелью. У выставочной зале ГДУ имя Франциска Скарыны представили выставу студентки филологичного факультета Анастасии Дадоновой. У экспозиции каля 200 творов, якія адлюстроўваюць внутренний свет юной мастачки. Яна працуе у самых розных стылях, шукая себе и не збирается спыняться. Здесь рисунки с 14 по 20 год. Это вот именно мой творческий путь с нуля и до того, что мы имеем сейчас. Я отдыхаю, когда рисую. Вот мне прям классно. И я рисую по 6, по 8 часов могу рисовать, если жизнь позволяет. Сейчас уже нет, но раньше. И мне прям хорошо. Больше всего я люблю работать гелевой обычной черной ручкой и маркерами. Почему? Потому что это практично. Ты можешь это взять с собой, поезд, дом, гости, университет, куда угодно. Ты можешь это рисовать. Но если вот прям по душе, когда ты вот чувствуешь вот прям классно, это акварель, потому что она течет, перетекает, меняется. Это очень сложно. Это сложная техника. Место на выставе так само знайшли иллюстрации до вершев и оповяданий, написанных Анастасией. Экспериментальные коллажи и портреты, авторские поштовки и стикеры.
Тепло идет. С каждым днем надворье становится все больше весенним. По прогнозах синоптика, невеликие отмовные значения температуры заховаются только у ночи до пятницы. А у день стабильный плюс. Завтра ясно и до 7 градусов тепла. У четверг уже до плюс 11. На выходных слупок термометра будет показывать до 16 градусов тепла. У ночи от 2 до 4 выше за 0. Ветер переважно полночно-усходний до 7 метров за секунду. Штогодовая республиканская акция «Тыдень лесу» из-за теплого надворья сёлета пройдет ранее звычайного. Старт запланаваны на 28 соковика, а присвечена она будет 75-годию перемоги у Великой Айчинной войне. У регионе подрихтованы шерох мероприемств по наведению парадку у лесным массиве и, конечно, посадцы молодых древ. На протягу всего года саджанцы вырошивают у годовальниках, как потом у рамках масштабной акции озеленить массив, тем самым компенсовать высеченный лес. Наш регион за минулые 2 года значно потерпел от нашествия караеда. Жук нанес великую шкоду. У области было высечено свыше 10,5 тысяч гектаров высушенного им леса. Тому сегодня стоит задача обновить территорию, сделать эти площади снова зелеными. У сёлетних планах засадить 3 000 гектаров. Значная частка отведена под акцию «Тыдень лесу». Тех, кто жадает унести свой уклад, чекают у лесництвах. Приглашаем желающих принять участие в нашей акции. Для этого в лесхозах и лесничествах подобраны объекты. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо желающим обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где вам будут указаны эти объекты. Также вы будете снабжены необходимым инвентарем и посадочным материалом для того, чтобы посадить свое дерево, посадить свой лес, который в дальнейшем, я надеюсь, будет вас на протяжении долгих лет радовать. До акции подрихтованы саджанцы с полепшенными посадочными якостями. У основным это сосновые лесные культуры, а так само шерох листовых. Завершится тыдень лесу 4 красавіка. Гэта я так само іншыя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня утром на предприятии «Гомельгаз» нашли подозрительную коробку, в связи с чем были эвакуированы все сотрудники, а на место прибыли спецслужбы. В милицию позвонил один из работников «Гомельгаза», когда на лестничной площадке 4-го этажа увидел оставленную кем-то коробку, перемотанную скотчем. На место прибыла саперно-пиротехническая группа. С подозрительной находкой они проработали до полудня. В итоге опасения не подтвердились, коробка оказалась пустой. На пожаре в Жлобине погиб мужчина. Сообщение о возгорании частного дома поступило спасателям накануне в 10 часов утра. К прибытию пожарных наблюдалось сильное задымление внутри строения. В ходе разведки работники МЧС на полу в комнате нашли сильно обгоревшее тело мужчины. Пожар ликвидировали спасатели. Огонь уничтожил часть пола, повреждено имущество, закопченные стены. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Позже выяснилось, строение принадлежит 66-летней пенсионерке, проживающей в Италии. С ее разрешения в доме жил мужчина 1962 года рождения. Со слов соседей, характеризовался положительно. На учетах не состоял. Прошедшие сутки в Гомельской области в целом выдались горячими. Зарегистрировано 8 пожаров. В деревне Осташковичи Светлогорского района горел жилой дом. Огонь повредил крышу и имущество внутри жилья. Пострадавших нет. Предполагается, что к пожару привели нарушение правил эксплуатации печей и теплогенерирующих приборов. В Петриковском районе из-за неисправности электрооборудования сгорел Volkswagen Venta. А в деревне Новоселки Ветковского района неизвестные подожгли кирпичный сарай. В обоих случаях также никто не пострадал. Ночью огнем пылало подворье в деревне Зборов Рогачевского района. Горел жилой дом и 3 деревянные постройки. По предварительной версии, к ЧП привело неосторожное обращение с огнем. А в Гомеле в это же время спасатели выезжали на пожар 2-квартирного жилого дома по улице Тенистой. Огонь практически уничтожил половину постройки. Пострадавших нет. Версий возникновения пожара 2. Нарушение правил эксплуатации электросетей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем при курении.
На трассе в Гомельском районе легковушка сбила лося. Животное попало под колеса автомобиля, внезапно выбежав из леса. Но обошлось без жертв. ДТП произошло сегодня около 7:30 утра. Водитель легкового автомобиля ехал по трассе М-10. Лось выбежал из лесного массива так внезапно, что избежать наезда не удалось. Животное травмировано. Ему на помощь прибыли работники гомельской структуры Белорусского общества охотников и рыболовов. Люди в ДТП не пострадали. Лишь у авто имеются механические повреждения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Известные полуфинальные пары Кубка Беларуси по гандболу. Жеребьевка финала 4 турниров среди мужских и женских команд прошла в офисе Белорусской Федерации гандбола. Женщины разыграют трофей 16 и 17 мая. Первую полуфинальную пару составили БНТУ «Белас» и «Витебчанка». Вторую – «Гомель» и «Городничанка». Место проведения пока не определено. Мужской финал четырех состоится 22 и 23 мая. Гомель сыграет с БГК имени Мешкова. Вторую путевку в финал разыграют СКА и Машека. С местом проведения турнира федерация также еще не определилась. Мешковцы и гомельчане провели репетицию полуфинала Кубка страны. Правда, поединок в рамках чемпионата для команды Сергея Цыганкова сложился не лучшим образом. В Бресте Гомель пропустил 49 мячей. Правда, и забросили в ворота действующего чемпиона немало – 34. Самый результативный в составе гомельского коллектива Дмитрий Смоликов – 6 голов. В субботу 28 марта подопечные Сергея Цыганкова на арене Гомельского дворца игровых видов спорта встретятся с Крононом. Клубы из Гомельской области провели очередные спарринги. Футбольный клуб «Гомель» в Минске проиграл «Леди» со счетом 2-4. В составе «Зелено-белых» дважды отличился Дмитрий Гомза. Забивал форвард на старте каждого из таймов. Речицкий «Спутник» со счетом 3-0 был сильнее светлогорского «Химика». На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». We'll be right back.